Всем привет! Меня зовут Мария, а я Лия. И в этом видео я и Лия расскажем 10 фактов о нас. Я буду говорить факты о Марии, а она обо мне. Поехали! И первый факт. Ее любимый урок – физкультура. А теперь первый факт про Лию. Недавно она переехала в этот маленький домик. Та-дам! Второй факт. Мария очень классно танцует. Вы не поверите. Любого станцует. А еще напишите в комментариях, идет ли мне такая стрижка или нет. Третий факт Марья. Она очень любит фоткаться, но из 100 фото у нее получается только одна. Раньше Лия занималась танцами со мной в коллективе, поэтому сейчас вы можете увидеть некоторые кадры из нескольких танцев, которые танцевала она сама. И следующий факт, это прекрасно, что Ли, она очень любит играть дурака. Это означает, что она очень обожает играть. И кто осмелится с ней играть, то проиграет. Пау-пау-пау. Да ладно, ты читаешь, ты же это ненавидишь. Стоп, это на меня не похоже. А это следующий факт. Ой, а что ты делаешь? Если хочешь, я что-нибудь свяжу. Давай. Я через полчаса вернусь. A few moments later. Вау! Офигеть! Ты это сделала за полчаса? Нет, я просто отдыхала. Поэтому знаете, ребята, что дизайн успокаивает меня. И это был следующий факт. Окей! Стоять, чувака. А, ты мне извиняешь, я глазу сделала скандрич. Ага, тут козель. Седьмой факт. А моя. Она очень странно держит ручку, когда пишет. А я думаю, я очень странно пишу. Но нет, я не пишу странно. Я просто не держу ручку, как обычные люди. Я просто держу ручку, как непонятно. Только Лия тоже не умеет нормально держать ручку. И мы переходим к следующему факту. Раньше Лия, когда была маленькая, но сейчас она тоже маленькая, но была еще меньше. Она раньше хотела стать продавцом, а теперь она хочет стать кем? Дизайнером. Сейчас мы покажем ей дизайнерские штучки. Поехали. Стена какая-то мрачноватая. Надо ее поменять. Все, буду ее менять. Раз, два, три. Восьмой факт моя. Она не. И Лия самая-самая, знаете какая? На букву П. Плохая. А ты откуда здесь взялась? Не важно. Я плохая? Нет, этот факт означает, что моя любимая сестренка любит все прикольное, все классное, все классные вещички и тому подобное. Переходим к следующему факту. Я весь день сидит в Ютубе, и это Ютуба. И последний завершающий факт о Лии, этот факт как бы звучит про нас в основном. Этот факт звучит так, что раньше мы, когда были еще меньше, мы с Лией виделись чуть ли почти не каждый день. Сейчас, к сожалению, мы очень видимся редко, но... Но мы не расстраиваемся, главное, что мы видимся.
сказал: мы так с тобой часто видимся вообще. Как 5 месяцев назад. Да. Очень часто вообще. Следит за модой. Ужас. Постоянно берет самые дорогие вещи. Как вы слышали? Не надо сказать. Так. Ой, ну что ты деньги спрятал? Бери по тебе, Миш. Я же не так делала. Ладно. Пусть будет. Убери-ка. Ли, вставай. Так, теперь что-то... Вот. Вы издеваетесь? Вот и все. И мы надеемся, что тебе понравилось наше видео. И ты оценишь это видео и поставишь пальчик вверх под нашим видео. И не забудешь подписаться на мой канал. Да? Если ты хочешь вторую часть, ты просто напиши это в комментариях. И вот и все. И всем пока.